Глава МВД Приморья Олег Стефанков вручил сотрудникам полиции ключи от нового служебного транспорта. Полицейские получили распоряжение 43 служебных автомобиля. Генерал-майор полиции призвал подчиненных бережно относиться к транспорту и в полной мере использовать весь его потенциал. Данные транспортные средства будут способствовать еще большей эффективности работы службы полиции, в частности ДПС, для снижения аварийности на дорогах и для защиты граждан и обеспечения общественной безопасности. Торжественная передача автомобилей в эксплуатацию подразделениям госавтоинспекции дежурных частей 17 территориальных органов внутренних дел Приморского края состоялась во Владивостоке на базе административного городка полка патрульно-постовой службы полиции. Мероприятие началось с построения личного состава, после чего в торжественной обстановке глава МВД России по Приморскому краю вручил полицейским ключи и паспорта транспортных средств. Олег Стефанков отметил, что обеспечение общественной безопасности и защиты граждан во многом зависит от уровня материально-технического обеспечения подразделений полиции. Здравствуйте, товарищи! Здравия! Транспорт, предназначенный для дорожно-патрульной службы, оснащенный всем необходимым для решения задач по обеспечению безопасности дорожного движения. Мы получаем сегодня специальный автотранспорт для кинологов с отсеком для их подопечных. На всех автомобилях нанесены цветографические схемы с наименованием территориального органа, установлены видеорегистраторы, громкоговорящие устройства и рации. Всего на балансе поставлены 43 единицы транспорта. Из них 23 автомобиля марки ВИС для комплектования дежурных частей и 20 автомобилей марки УАЗ. После вручения ключей генерал-майор полиции призвал подчиненных бережно относиться к транспорту и в полной мере использовать весь его потенциал. Уверен, что новая техника сделает вашу службу более комфортной и безопасной, но и вы со своей стороны обеспечите к ней бережное отношение. Пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю успехов в службе, здоровья, благополучия и больше времени по возможности проводить в семейном кругу. Екатерина Зверева, новости на восьмом.